Дамы и господа, я рад всех приветствовать. С вами снова я, Александр. И сегодня я вам расскажу о кресле, которое предлагает клиенту максимально классное соотношение цена-качество-безопасность. И это у нас креслица от компании Joy. Модель называется Trevor Shield. Это кресло категории 1, 2, 3 с 9 месяцев до 12 лет, проще говоря. И здесь у нас используются не пятиточные ремни, а столик безопасности. И благодаря как раз-таки этому столику безопасности, это кресло, я ссылочку добавлю вниз в описании на Мир Автокресел, пройдите там по ссылке в описании, и вы можете пройти, в характеристиках будет ссылочка на ADAC с результатами именно этого кресла на ADAC, и вы можете убедиться в том, что это очень высокий уровень безопасности кресло имеет, и доверять ребенка здесь, естественно, можно, потому что одни из лучших показателей по безопасности у брендов, которые используют за место пятиточных ремней столики безопасности. А здесь еще и цена очень-очень вкусная. В общем, давайте разбираться, что это за креслица. Сейчас к этому мы вернемся. Столик безопасности, он как раз таки и держит у нас ребенка. И благодаря тому, что площадь контакта с ребенком большая, нагрузка распределяется по телу ребенка намного эффективнее, чем пятиточные ремни. Я не говорю, что пятиточные ремни это плохо, они тоже очень хорошие, но эта система, она эффективнее. Здесь, кстати, на обратной стороне все в сеточку сделано, чтобы дышал ребенок, не прел из-за столика. Вот, мы посадили 9-месячного ребеночка, приложили вот так столик, потом берем ремень, сразу разберем, как его ставить, чтобы уже вначале это было понятно. Берем ремень, проводим его через специальные отверстия в столике и потом возвращаем ремешочек обратно. Все, вот таким образом мы пристегиваем столик с ребенком. Ремень основной используется для этого. И, соответственно, в момент ДТП ремень он блокирует движение, и столик максимально плотно фиксирует ребеночка. Так мы ездим приблизительно до метра роста с этим столиком, и потом его убираем. Кстати, здесь есть возможность, смотрите, регулировать столик по глубине. Здесь 4 положения. Мы его или задвигаем, или выдвигаем. Вот здесь у нас видно эти 4 позиции, которые мы используем. Вот, собственно, столик до 100 сантиметров с 9 месяцев. А потом убираем в сторонку. И у нас уже получается полноценная категория 2-3. Кстати, здесь еще в комплекте некоторые просто забывают их использовать. Мы-то их отдаем в магазине, например. А люди просто забывают их поставить на кресло, забыв их в коробке, например. Так, это система Guard Surround Safety, называется у Joy. Это дополнительные накладки, которые устанавливаются сбоку кресла. Давайте я с вашей стороны одену, чтобы вам сразу было видно. Устанавливается сбоку. Вот таким образом. Потом защелкивается. Можно одеть с двух сторон. Так будет как бы красивее выглядеть, полноценно. Но чтобы не скрадывать лишнее пространство внутри, в салоне, с салона стороны одевать не обязательно. Но обязательно одевайте со стороны двери, потому что эта система при боковом ДТП гасит дополнительную энергию удара. Это очень крутая современная разработка, поэтому не забывайте, пользуйтесь, делать это кресло эффективнее. Вот. Дальше. Еще из комфортных таких плюшек для ребенка, здесь у нас по глубине регулируется, отсюда вам виднее, по глубине регулируется длина сидушки. Ребенок растет, коленки что же, все ножки удлиняются, чтобы не затекали у подросшего ребенка. Здесь можно это отрегулировать. Не нужно, задвинули. По материалам сразу скажу, здесь абсолютно нормальные материалы, кто бы что ни говорил, тактильно приятные, мягкие. И кресло очень мягкое, оно прям вот везде как подушечка, прям, а подголовник так вообще такой, как, не пуховая подушка, но, конечно, мягкая очень. В дальней дороге ребенок оценит. Так, опять же про ткань скажу, по поводу ухода за тканью. 30 градусов, щадящая стирка 30-минутная в машинке, кинули,
постирали, одели. При такой стирке она не сядет, с тканью все будет хорошо. Так, давайте разберем, как нужно у нас пристегивать ребенка уже в группе 2-3 от метра роста. Все точно так же, как делает взрослый человек, пристегивая себя в автомобиле. Используется взрослый ремень. В кресле всегда есть направляющие, в которые мы проводим сверху ремень. Потом застегнули снизу. Обратить хочу сразу внимание, ремень должен проходить направляющий, потом снизу он же сужается в один под подлокотником и с этой стороны тоже под подлокотником. Это очень важный момент. И не менее важный момент, регулируйте подголовник таким образом, чтобы подголовник, вот нижняя часть и плечо ребенка было не выше двух пальцев и не ниже одного. Тогда ремень будет проходить там, где нужно проходить, то есть от плеча на грудь. К горлу близко допустить ремень нельзя. Это очень опасно, поэтому не пренебрегайте этим направляющим, не забывайте, и все будет хорошо. Что касается наклона, здесь есть небольшой свободный ход у спинки. Вот видите, это нам дает возможность немножечко его наклонить, немножко в пределах нормы, если нам позволит сиденье автомобиля. Короче говоря, эта спинка примет положение автосидения. Поэтому вот приблизительно вот такой вот максимальный наклон мы получим. Дальше наклонять нельзя, потому что ремень в направляющем сдвинется к горлу. И злоупотреблять вот наклоном, физически я же могу ее дальше наклонить, то бишь отстегнуть спинку вообще. И некоторые думают, что так можно ездить. Вот так вот уже нельзя. Вот максимальный наклон. Вот здесь есть, знаете, четкая граница, когда я давлю, я чувствую, что вот сейчас идет на излом, дальше уже падает спинка для съема. Вот до первого вот этого, с этой ступени можно его наклонять. Так, с этим мы разобрались. Теперь в автомобиле, если у вас нет изофикса, мы просто ставим это кресло, на переднее сиденье можно поставить, и пристегиваем ребеночка вместе с креслом взрослым ремнем. Если изофикс у вас есть в автомобиле, тоже хорошо. Вот мы его достаем. Так, выворачиваем. Он полноценный, металлический, жесткий. Это не какая-то SL там урезанная версия. Все хорошо. Все защелкнули. Можно задвинуть до конца. А вот как раз таки, когда я его максимально выдвину, это максимально допустимый уровень наклона, угол наклона, который можно в пределах нормы еще. Если мы отстегнем, попробуем вот дальше выстегнуть, дальше получается спинка уже пойдет на излом. Тогда уже будет опасно перевозить так. Поэтому имейте в виду, чтобы вы не гадали, насколько можно отодвигать, и изофикс просто вам дальше не позволит. Вот, собственно, по креслу всю информацию, которую я хотел до вас донести, я донес. Короткое мое мнение. Я вначале вам сказал, это яркий представитель идеального соотношения цена, качество, безопасность. Материалы хорошие, бренд хороший. Безопасность одна из самых лучших на рынке. Цена прекрасная, просто цена, учитывая нынешний реалий, цена вообще очень даже, я считаю, гуманная. Опять же, по ссылке внизу на Мир Автокресел пройдите, посмотрите, можете убедиться в этих словах. Вообще, все, что я вам в обзоре сказал. И можете взять ребеночка, приехать в магазин и воочию все это пощупать и как бы подтвердить мои слова, которые я вам в обзоре говорил. Я бы порекомендовал действительно приехать в магазин, потому что столики дети не все любят. И нужно понять, на ваш взгляд, как комфортно, некомфортно. Ну, естественно, ребенок может тут заплакать, в машине не плакать. И иногда нужно время, чтобы приучить ребенка к столикам безопасности. Чаще всего так и бывает нужно. У кого-то месяц даже уходит на то, чтобы приучить ребенка привыкнуть к этому столику. Он же сжимает их, как бы не дает им нормально двигаться. Но это безопасность. Это не игровая комната. Это кресло, в котором сохраняется жизнь при ДТП в автомобиле. Поэтому имейте в виду. Так что ждем вас в магазине «Мир Автокресел». Хотите удаленно, закажите, привезут без проблем. Магазин, приезжайте. У нас уже 11 магазинов по России. Вот. Так что хочу пожелать вам сделать хороший, правильный, грамотный выбор кресла для вашего ребенка. И всего доброго. До свидания.